Скажите, а как вот вы попали в фонд «Счастливые твари»? Как? Ну, у вас образование какое-то, ну, ветеринарное. У меня ветеринарного нет образования, но я как бы из волонтеров. Вот, мы поддерживали отношения с волонтерами, помогал им там в перевозке собак, там в отлове собак. Ну и как-то... Это волонтеры, то есть вас выдвинули на эту роль или как? Ну, можно и так сказать, да. Это же инициатива депутатов наших, Зайцева и Пикула, как бы вот. Они увидели мою работу, что я старался там, помогал животным, им помогал. Ну и как бы поступило такое предложение, так как у меня есть высшее образование, которое требуется для работы директора. Вот поэтому. Ну вы работали же на коммунальнике, правильно? Да, я до этого работал на коммунальнике. А сейчас что там в данный момент, кто занимается животными до 1 апреля? Ну, коммунальник как и занимался, там есть Ирина Ивановна Шихали, которая выдает наряды на работу. До середины лета будет, получается, конкретно там находиться коммунальник? То есть там будете продолжать? Карантинная площадка будет там находиться, да, пока у нас там будет ремонт проходить.